Готовность школ к учебному году обсудили сегодня в региональном правительстве. По словам Марины Епифановой, лицензии на образовательную деятельность есть у всех школ. Также на подготовку образовательных учреждений в этом году было выделено 383 миллиона рублей. Больше половины этих средств было потрачено на капитальный и текущий ремонт школ. Хороших показателей регион достиг и в сфере дошкольного образования. До конца текущего года в области планируется закрыть проблему очередности в детские сады среди детей в возрасте от 3 до 7 лет. На мероприятие по подготовке учреждения образования к учебному году предусмотрено 383 миллиона рублей. Из них на проведение капитального и текущего ремонтов образовательных учреждений направлено 196 миллионов рублей. Более 49 миллионов рублей направлено на проведение противопожарных антитеррористических мероприятий. Кроме того, запланированы средства на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния объектов образования, на энергосберегающие мероприятия и на приобретение мебели и оборудования.